Не знаю. Целый килограмм мяса уходит на волка в день. На одного. Надо что-то думать, чем их кормить. Вот наши собаки, они сами всегда в себе зарабатывают. Вот сами зарабатывали себе на жизнь, на лечение, на все остальное. Вот эти серые тунеядцы ничего не хотят. Не то, что не хотят, они умницы, согласись. Как-то нужно придумать, чтобы они сами зарабатывали себе на жизнь. Ведь они, посмотри, мы их многому научили. Они могут беспрепятственно попадать в любые помещения. Могут протискиваться вот в такую дырочку, ты сама видела. И запросто могут влезть в окно. Слушай, подожди. Стоп. Подожди. Сейчас улетит. Мысля. Есть. Танюха, у меня идея. Слушай. У меня есть идея. Ты мне можешь сейчас достать 3 вещи? Банан, пушку и что-нибудь вкусненькое. Легко. Давай. Не фа себе. Слышь, подруга. Мне нужны миски еще. Вот это пойдет. Собака лесная чуть-чуть не влазит. Ладно. Так. Раз. Банан. Банан. И что-то вкусное. Раскладываем. Вкуснятина. Банан. Ну, банан, я думаю, мне придется... Я думаю, давайте весь я не буду ложить его. Кто-то слишком будет... Ну, ложим банан. Банан-то вкусный. Так, теперь. Идею в студию. Значит так. Я что придумал? Пускай они сами себе кормят. Мы сейчас их натаскаем. На бананы. А потом напишем письмо с предложением в таможню, что мы можем элементарно отыскивать с помощью волков. Они лучше, чем собаки ищут, у них нюх острее. Контрабанду бананов. Как тебе идея? Пробуем? Посмотрим, что выберут. Итак, к испытаниям приступит Ласкава Дмитриевна в студию. Ласкава! Ласкава! Ой, кажется, меня зовут. Ко мне, Ласкава! Бегу, Ласкава! Бегу. Ой, подождите, сейчас залезу. Ласкава! И тебя. Ласкава Дмитриевна, здравствуйте. Привет. Еле подтянулась. К вам боевая задача. Как сразу идите боевая? Идите сюда. Так, окошечко прикрываем. Ага, прикройте, а то дует. Ласкава. У меня к тебе сильная, большая просьба. Даю мысленную установку по Павлову и по запискам Дурова. А, помню, значит, так, помню. Носик. Не это. Носик. Я говорю, слушай внимательно. Подожди, стой. Сидеть. Молодец. Слушай. Теперь ты видишь, на полу лежат 3 миски. Смотри туда. Вот. Какие миски? Ласкава. Где миски? Вот туда смотри. 3 миски. А, эти миски. Ты должна найти банан. Ты в курсе, что такое банан? Покажите ребенку банан. Хорошо, а там пузичка полная. Ой, а сосиски хорошо. Бывают желтые? Ой, так, вкусно. Банан унюхали. Снимаем, чтобы не подскользнулось. И испытуемого, в смысле заряженный, отпускаем. На, ой, подержи меня так еще. Как его сказать? На полигон. Ласкава, ищи банан. Нашла, ну вот здесь он. Опа, банан. Я не понял. Так, банан. Тебя просили найти банан, а не сожрать тарелочки? Банан. Так нас на таможне не пустят. Давайте еще раз. Какая таможня? Значит так, куда Ласкава, ты меня отправить хотел? Ты находишь банан и просто говоришь, что ты нашла банан, но не ешь банан. Банан нужно просто найти. Поняла. Просто найти. Так, Ласкава. Здесь. Ласкава, подожди, секунду. Одну секунду, Ласкава. Просто секунду. Минутку внимания. Сидеть, зайка. Кусочек, ну дай один. Сидеть. Ну, кусочек. Ласкава, сидеть.
Ласкаво сиди. Села. Молодец. Ить. Хватит, да, ну кусочек дай, ну дай. Дай банан, ну дай банан, он сладкий. Ну, ребенок не поймет. Оп. Так, ребята, ням, банан ням. Ушел. Не ушел, так, стоп, съела еще я раз. Его. Дай еще кусочек, ну дай банан, ну вкусно же было. Ой, как далеко. Ласкаво, банан. Ну вот дай, так. Дай, подожди, дай. Подожди, ребенок, стой. Ну, встаю, встаю, из последних сил встаю, ну еще хоть кусочек. Банан. Оп. Здрасте, здрасте. На. Оп. Найдет она еще раз тарелку? Куда меня? Отверни ее. Не надо меня держать. Ну, отпустите. Ну, я же волк. Ищем. Ищи, ласкаво. У меня нюх, конечно, найду. Здесь нет ничего. Или есть? Очень интересно. Нету банана. Ласкаво ищи. Ласкаво. Ладно, ищи. Поговорил. Банан не трогать, банан не трогать. Я запомнила. Ой, а здесь еще что-то вкусное. Угу. Нашла. Ну, угу. Помогай уже открыть. Теперь... Будем считать, что банан обнаружен. Открываем и смотрим, что же он выберет. О, оп, здесь еще косточка. Оп, а банан? Ну нельзя же банан. На таможню не возьмут. Банан найден. А банан? Дай лапку. А банан? А мы не хиппи и не панки, а мы волки-обезьянки. Сам такой, мы волкозянки. Ням-ням. Ласкаво, ко мне. Сидеть. Молодец. Хорошо. Молодец. Ну что, все? Димон, а контрабанды костей не бывает? Они вкуснее все-таки. Ну, бананы же нельзя. Косточку дай. Сидеть. Не давать кость. Считается жестоким обращением с животными. Вкусный какой. Ждать. Сидеть, ждать. Эй-тя. Волк, сидеть. Отдай косточку. Сейчас прыгну. Сидеть. Все, я считаю. Раз, покажи два, зубы, какие у тебя три. Большие зубы. У нас новости. У нас растут, уже почти выросли. Вон, какие здоровые зубища. О, видно? Хорошо? На, все, ешь. Злой волк. Где злой волк? У него немножко аллергия пошла, но это не от бананов, я надеюсь, а от белого хлеба. Волки не любят белый хлеб. Вернее, очень любят, но им нельзя. Я все-таки хочу закончить тем, что банан, в конце концов, слава богу, волком оставлен в покое, да, и природа, как говорится, берет свое. Поэтому хочу обратиться к работникам таможни. Если вы все-таки позовете нас на работу когда-нибудь, хотелось бы, конечно, работать по контрабанде с мясом, а не с бананами. Нам это ближе просто на все. Ну, на этой вкусной ноте я хочу закончить это видео. Подписывайтесь на канал. Подожди, я должен загибать пальцы. Стой, стоять, сидеть. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Димон, а комментарии? Пишите комментарии. Всем пока. Всем пока-пока.